В данный момент времени ведется спецтехнологии. С помощью рулетки, подержи рулетку, мы померяем толщину дерева. Померили? Идем дальше. Натуральный сок. Запрещено Минздравом Greenpeace. Но в целях профилактики иногда люди сдают кровь. Это полезно делать. Это кембрик желтого цвета. Обратите внимание, он не зеленый. Предоставлено сосуд. Зум работает. Кембрик, пластиковая бутылка. Почему пластиковая? Потому что стекло у нас дорогое. Процесс пошел. Теперь остается только ждать. Ждать чего? Когда лягушка поцелует Леонарда Йоновича. Почему? Нет, это не самогон. Это березовый сок. Очень полезно и благоприятно для вагитных беременных женщин. Спасибо за внимание. Берегите себя, берегите окружающую среду. И самое главное, наша страна уже перемагает. Победа за нами. Честь имею, Леонард Леонович.